Trochę papryc tam wydaje. Баба жил на помойке за домом на холме. У него был мусор, у него была монетка. Отличная жизнь, он был просто счастлив. Но однажды он услышал голос свыше. Отличная монетка у тебя, Бамбо. Но это не твоя монетка, ответил Бамбо. Отвали от нее, дахер. Но отличный парень спустился и забрал монетку Бамбо и прыгнул прямо в сливную трубу. Баба схватил свой мусор и прыгнул вслед за ним. Страшные монстры обступили Бабло. Но он взял свой мусор и кулак и начал отбиваться. Ничто не остановит Бамбо, чтобы получить назад свою монетку. Салам и всем, друзья, меня зовут Иван, вы на канале 2 хитпоинта, это игра The Legend of Bamboo. Чуть не прочитал The Binding of Isaac, практически созвучно. А знаете почему? Да потому что это игра от Эдмунда Макмиллана, который делал нашего любимого Айзека. И это игра про Бамбо, это приквел к The Binding of Isaac. Табишь, самое начало, еще до того, как Айзек прыгнул в свой подвал и мать сумасшедшая начала за ним гоняться, был Бамбо, который жил на помойке, собственно, как мы в мультике с вами увидели. Вот. Игра по жанру немножко другая, сделана, написана из коробок, ну вы сейчас все увидите. И представляет собой тоже такой рог-лайк, в котором нужно собирать предметы в одну линию, чтобы делать какой-то прогресс. Я туториал уже прошел, посмотрел, что вообще из себя представляет, смогу ли я вообще это все делать или нет, но вроде нормально, так что давайте стартанем новую игру. Выберите персонаж, собственно, наш Бамбо, у которого стырили монету, и который прыгнул в канализацию, я так понял, чтобы ее обратно вернуть, и, ну, я так понял, пока все. А все остальные персонажи, они есть, вот Стаут, есть... Нимбл, Бамбл, Нимбл, Стаут, Weird, странный, и мертвый, и еще дохера персонажей, ну, не дохера, но много. Ну, у нас пока есть возможность играть за Бамбу, есть еще какие-то, какая-то у него стата, но я что-то не успел ее посмотреть. Короче, погнали, посмотрим. Я так понимаю, она будет не такая экшеновая, как Айзек, потому что... Она все-таки пошаговая, потому что нужно собирать вот эти косточки, зубы в линию, набирая какие-то карты, набирая какие-то умения, очки, и потом уже это все выбрасывать, этим атаковать и убивать боссов, которые вроде как будут, точнее, которые есть в Айзеке, они будут встречаться и здесь. Лай! Короче, если ты не играл в Айзека, чувак, тебе это видео смотреть вряд ли интересно будет. А если играл, то добро пожаловать. Фу. Итак, вот, собственно говоря, поле, на котором есть наши элементы, которые нужно собирать. Это наши ходы, сколько можем раз ходить. Правда, что я не понял до конца, по какому принципу это все работает. Но мы сейчас разберемся. Это обилки специальные, которые будут активны, когда я буду собирать определенное количество всяких предметов. И сейчас я секундомер включу. Да. И стата наша, стата, вот типа кулак, вот типа пазл, вот скорость и удача, я так понял. Погнали! Против нас мухи. Раз, два, три, четыре красные мухи и одна какая-то толстая муха. Нам нужно их забить. Монеток 0, три сердечка, как в Айзеке. А что мы делаем? Мы берем и собираем, допустим, 4 зуба подряд, вот так. Есть 4 зуба и можем ими атаковать. Собственно, атакуем ближайшую муху. Не знаю, можно ближайшую... Спелл ready. Готов спелл. Можно тоже его захерачить. Шафлин борд. Что-то случилось. А, шафлин борд. Шафл это перемешивать. Перемешал мне доску. Ну, хорошо. А, какие-то желтые слезки. Моча это, по-моему. Но удар не появился. Странно. Давайте соберем. Да не я не какашку хотел. Подожди. Там 5 косточек можно было. Это что такое? Ну, твою мать, подожди. Ну, ладно, сделаем вот так. Сделаем вот так. 4 косточки. Что-то собрал, да, косточку кидаем в муху.
Они тоже, если я очень много... Ой, и какашку. Или что это? По-моему, какашка, да. Spell ready. Используем spell. Подожди, а что там было? Закончить ход? Да не буду я заканчивать ход. Подожди, подожди, подожди. Блин, надо было в другую муху. Потому что... Ну, как бы, это... А это что за звездочка? Она здесь одна? Может, она заменяет? Она как Джокер, знаете, заменяет другие элементы. Давай... О, я чу... А, нет, нет, не вижу, не вижу. Плохо. А, нет, нет, нормально. Ну, их было ж 5. Их должно было быть 5. Ладно. Так, еще спел готов. И какая-то страшная муха осталась. Наверное, у нее много хп, но... А, вообще, без проблем. Далее нам сундук с 3 монетками. Отлично. И... Чувак. Вирус Red 12. Слушайте, тут, по-моему, такие же, да? Reroll, Row Titles. Нет, по-моему, другие значения у предметов. Poison Enemy That Hits You. Вот это точно в Айзеке так работает. Ну, хорошо. Выберем шприц и погнали дальше. Какие-то страшные чуваки. И они, кстати, видите, как будто идут на меня, но не идут. На самом деле, сколько бы я ни ждал, они до меня не доберутся. Слезки. Вижу слезки. Не, да. Что-то, видимо... Блин, я не понимаю, что это такое. Вот они набрались сюда и, типа... И ничего не происходит. Однако, если я сейчас еще что-то наберу, произойдет удар. Немножко непонятно. Вот я вижу, можно собрать аж... 5 зубов. 6 зубов. Ух, я сейчас кого-то... А, нет, 5 зубов. Вот это... Это если я ударю по этой линии, у меня здесь нету никакого арта, и поэтому промахнусь. Вот, поэтому бью по прямой. А там что, там какая-то какашка была, я в нее попал. Какашка его замедляет или что-то типа того. Закончить ход. Ну все, я типа больше ничего не могу делать. Закончить, хорошо. Сейчас будут меня бить. Что-то они как-то пассивно среагировали. Ну ладно, я не против, я не против. Смотри, смотри, да не иди, 4, 5 косточек надо было собрать. Надо было по-хитрому сделать, я в следующий раз сделаю. Так, сразу не получается по-хитрому. Так, какашки нет. Слезки вот вижу. Косточки. Да вот косточка тоже, смотри, раз. Опять какашка получилась. Давай я тогда... Можно мне как... Ага, давай юзану. Если враг будет меня атаковать, то я его задамажу тоже. Да-да-да, видите, на 2 и на 1 задамажил, отлично. Вот бы еще и хп показывал. Это, наверное, 1, 1 и 2. Наверное, это их хитпоинты. Так, нет, вот это плохо. Как бы так сделать-то? Смотри, вот так. Не надо, я жду, жду. Сейчас будет 5 косточек, сейчас будет красиво. А, я ставлю какашку, и он вместо того, чтобы ударить меня, бьет какашку. Я тебя понял. Блин, не получается. Не получается, как я хотел. Да что ты? Что? Что-то крикнул матом? Нормально. Вот, 5 косточек. 6 косточек. Охеренно. Такой этого больше всего хп. Кидаем в него, убиваем. И... А вот как мне кинуть вот в этого чувака? Вот смотри, если я нажму сюда... А, нет, нормально, нормально, нормально. Что-то я, видимо, ошибся в обучении. Все, уровень пройден, еще 2 монетки. И следующий уровень, я так понимаю, комната, если тут все делится на комнату. Вот это, кстати, если вы не заметили, это все картон. Потом уже обработанный на компе. Вот, но все персонажи сделали из картона. Это жопы наклонившихся врагов, я так понимаю. Ну окей. Против чего только в Binding of Isaac нам не приходилось воевать. Поэтому я привык, я привык. Так. Какашка. Вот это вот, типа, мусорная, по-моему, какая-то штука. Нет. Нет. Да, вот так. И вот так. А вот это какашки. Какашку, значит, я кидаю. Она ставит, и враг вместо того, чтобы бить меня, бьет какашку. Это я понял. А вот эти вот приготовившиеся жопы бить меня сейчас получат сами. Допустим, вот одна получит слева. Ха! 2. Сколько урона я буду носить вот этим, я тоже не понимаю. Наверное, 4. Сколько, типа, я собрал, столько урона и наносится. Я правильно понимаю? Скорее всего. Зубы, зубы, надо зубы собрать. Зубы классно дамажат, типа, вот. И вправо, потому что посередине я защищен.
Ну, он как бы на 2 задамажил, а если враг был 4 хп, задамажил бы на 4. Заканчиваем ход. Злая муха. Сейчас полетит на... Нет, что-то не летит. Не знаю. Вот тут типа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 полосок. Заполнено только 2. Типа у меня есть 2 хода. Я вот правильно... Я сейчас проверю. Типа смотри. Раз ход. Да, да. И 2 ход. И все. И могу ударить, кстати. Могу ударить вот типа... кулаком. А, это кулак, фист, это кулак, точно. Он просто не здесь, не совсем похож на кулак. И остался один враг, который бьет вместо меня какаху. А я беру... Ставлю косточку. И бью его косточкой. На 4. Но так как у него 2 хп, я его убиваю. Еще 3 монетки. И переходим в следующую комнату. Вообще забавно. Так, можно выбрать refresh или... Watch Battery. Так, это тринкет. Плюс 1 к движению. Вот это, кстати, хорошо. У меня будет теперь 3 хода. А-а-а, The Duke of Fly против бомбы. Это босс. Я же вам говорил, здесь будут боссы из Айзека. Вот, собственно говоря, и он. Кохер, у меня 2 хода, когда вроде третий. Вот он, третий. Его, наверное, нужно будет активировать. Окей. Так. Раз. 2. Закончить ход. Нет, дополнительный, смотри. 3. И 3 мочи. Бьем на 3 мочи. Ну, бьем же на 3 мочи, нет? Нет, ничего-то не получилось. Еще 2 хода доступно. Хорошо, хорошо. На тебе 4 косточки. Ой, не туда. Ай, аж физическую боль какую-то ощутил, когда неправильно собрал. Держи. Так, у него 10 жизней. На 1? Ты серьезно? Давай еще кину. На 4. Нет, он на 2 всего ударил. Где урон-то, я что-то не пойму. Блин, ну мух, он заспавнил мух. Это очень плохо. Надо, короче, бить его. Можно сделать, кстати, какаху, если будет такая возможность за один ход сделать какаху. Что-то пока не вижу. Да, что-то пока нету. Да, ладно, соберем пока косточки. По какахам посмотрим. Так. Мух бить не буду, потому что он все равно будет их спавнить. Нам нужно убить самого босса. Еще. В босса. О, 1 хп остался у босса, 1, отлично. Мухи бьют меня, ничего страшного. Есть еще сердечки. Правда, здесь их что-то нету, но вообще они есть. И если собрать 4 сердечка подряд, то я похелюсь. Вот это какая-то странная полоса сверху, черная. Может, а нет, ничего не происходит. Это следующие, следующие элементы, которые упадут. Я тебя понял, хорошо. Музычка от того же автора, что и The Binding of Isaac, вроде как. Там был написан какой-то мужик. И там было написано, вот, типа, этот мужик написал музыку. И я подумал, что да, наверное, это из Айзека. Потому что, во-первых, она в той же стилистике. Очень похожа, такая же классная. Так, 5 зубов, лови. Блин, муха встала. Ай, муха встала перед боссом, это очень плохо. Насквозь он, конечно, не пробьет. Это прям хреново. Это что такое? Шафлинг... Блин, забываю все время. Да, шафлинг борд. Вот так вот. 5 кулаков. Давай. Ну, муха, ну чё ты? Ну иди. Блин, надо было в другую кидать. Что-то я не подумал. Хорошо. Ой. Подожди. Что, мне кажется, мы сейчас как ляжем. Вот сердечки появились. Сердечко появилось одно. Больше нету сердечек. А, два. Да, нам не похилятся, к сожалению, ладно. Ладно, тогда соберем сейчас как-нибудь вот так, сейчас. Какашка, вот еще какашка, я могу собрать какашку, кинуть вот в эту агрессивную муху, чтобы она меня не ударила. Потом собрать вот слезку и кинуть ее в ближайшую, нет, не дает, хорошо. Тогда. Так, блин, один ход остался, один ход. Вот так тогда. Кидаем в эту муху. Это, короче, ослеплена, правая не может меня ударить, потому что перед ней какашка. Я вроде безопасен, но босс может меня ударить. Но... Блин, что так сложно так, как вообще, кошмар. Так, вроде косточками могу. Смотри, вот так вот, раз. Нет, это было неправильно. Так, давай вот так, вот это активирую. Если он меня ударит, то и зашафлим.
зашафлим. О, это другое дело. Ты что? Это же совсем другое дело. Я тут вижу уже ход. А он мух нас спавнил опять. Он мух нас спавнил. Еще забрал мне полсердечка. У меня осталась половина. А, да я убил босса. На нем был наложен эффект кровотечения, я хер знает. Куча монеток! Куча монеток, и в итоге у нас их целых 20. И последний ударом своего кулака Бамбо разрушил лицо своего противника. И вернул свою драгоценную монетку. То Бамбо заметил странную штуку. Огромную коробку в задней части комнаты. Что там внутри, подумал Бамбо. Паук с длинной жопой? Большая косточка? Пчелка с суперспособностями? Неизвестно. Даже без промедлений Бамбо открыл супер-мега-тайную коробку. И там обнаружился еще один Бамбо? Вот это поворот. Так, открыли новый персонаж. Я так понимаю, Бамбо Нимбл. Да, это новый персонаж, unlocked. Окей. Можно, кстати, за него поиграть. Forlorn Hollow Unlocked. Это ж какой-то примерно клип. Как громко-то. Да, Макмиллан и James Interactive представляет музыка вот для этих чуваков. И этот чувак, и все эти чуваки сделали новую игру. А, ну типа как в Айзеке, да, ты типа, прошел какой-то этап, и игра начинается заново. Ну давайте посмотрим нового персонажа. Почему новая игра? Play Tutorial? Reset Progress? New Game? А, ну да, ну все нормально, все нормально. Успокойся. Нимбл. А я так понимаю, Нимбл это что-то связанное с иголкой. Потому что игла будет как-то созвучно тоже по-английски, не помню как. Needle, точно. А, Needle, вот она есть. Так, у него есть игла, которая бьет, если соберешь 4 мочи, каждый удар, и какая-то еще. И зубочистка, toothpick, зубочистка убирает один вид чего-то. Ну, давайте поиграем, за ним было. Так, что у нас здесь? Два камня. И здесь два камня. Бешеная какаха, жопа и муха. И два хода. Мы Нимбл. Блин, у него два сердечка. Блин, это мало. Я чуть не слил с тремя сердечками, а мне дают два. Хорошо, давайте, ладно. Попробуем. Погнали. Я точно скоро определюсь уже, что делают, какой предмет, когда собираешь, типа косточки, не косточки. Сколько каждая наносит урона, и тогда мне будет проще играть, когда уже осознанно знаешь, что делать, что собирать. Пока просто, пока наугад вот так вот собираю. Мочу. Spell ready. А могу я его отложить? Могу я вот что-нибудь еще пособирать? Типа, есть, пока есть возможность. Вот какашки. 4 какашки. Положу ему сюда какаху. Вот 4 зуба. И еще фист. Ну давайте атаковать. Что-то в муху кинул, не понял почему. Хотя перед ним стоит враг. Так, хорошо. Итак, вижу косточки. Вижу... Сейчас соображу, подождите, вот так. Вот так. И еще вот 4 косточки, вот так, 5 косточек. Охрененно, вот это комбо, супер-мега-пупер комбо. Да... Блин, а их можно менять, интересно? Ну типа, если вот хочу сначала какаху сюда кинуть. Да, надо на нее просто... Нет, нельзя. Так, две звездочки, появилось две звездочки. Но две, не 4. Как вы понимаете. Блин, ну надо с ними что-нибудь попробовать. Так, что-то ничего не вижу, никакого хода. Какашки, фист, слезки. Что-то нет, ничего. Ну вот зубы. Раз. Нормально. Кидаем. Муха что-то вылетела на передний план. Одна звездочка осталась. Печально. Так, вот вижу еще зубы. Раз. А, не хватило. А, могу ударить. Могу ударить, у меня есть спелл. На один. Окей. Так, и осталось на два задамажить жопу. Жопу на два задамажить. Ну, давай зубом.
на один, да? И еще... Он так смешно падает. И... Вы видите что-нибудь? Я вот что-то затрудняюсь. Какаха не нужна. Нужен либо фист, типа кулак. Вот так. А, ну я могу. А, тюспик что? Зубочистка. Уби... Выберите, чтобы уничтожить один из... Нет, не нужно, не нужно, не нужно, не нужно, не нужно. Я просто ударю его, просто ударю. Я же... Да. Бум! Три монетки. Отлично. Так, ластик разрушает все виды одного типа. И оранжевый... Этот, как он? Пояс атакует врагов и наносит дамаг. Чего? Зачем это? Нет, это не надо. Давайте уж лучше стирать тогда объекты. Три какашки, три мухи и еще какая-то шняга. Так. Окей. Несмотря на то, что игра, ну, типа, не экшеновая, а пошаговая, все равно как-то... Как-то в нее играть так... Экшеново, я бы сказал. Какой-то присутствует... Так, давай кого-нибудь вот сюда. Еще спел рейди? Давай, 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 еще кого-нибудь мы... Вот здесь убьем. Осталось три... Одна муха, две какашки. Так, вижу зуб. А, закончить ход, хорошо. Слушайте, ну вот этот герой, он как, типа, как Иуда. У него, типа, мало сердечек, одно сердечко, но сразу много дамага. Типа, как и в нашем случае, можно внеочередно просто взять и ударить обилкой. Это удобно. Когда на них восклицательные знаки, это либо они сейчас меня будут бить, либо там было написано в одной из подсказок, что у них есть возможность ходить не один раз. То бишь, он может меня два раза убить. Точнее, ударить. Ну, давайте посмотрим. У меня пока фулл хп. Теперь у меня половина хп. Так, я беру слезку. Что-то мне там дало к мувменту, что ли, к этому, к движению. Если я не ошибаюсь. Блин, тут столько-столько фистов, 6 штук можно собрать. Но я чуть не соображу, как их в одну полосу сделать. Ну, вот так есть только. Давай на муху. Кинем в рожу. Мухи говно. Это не говно, это и не кулак. Это и не кулак, и не говно, это что-то еще. Ну типа грязь, давайте будет грязь. Один. Да, еще скажу, пожалуйста. Какаху надо, какаху убить надо. Ну и все, ну и все. Это не бьет. Какаха думает. Я собираю. Блин, ну мне говно не резон собирать. Блин, ну а что, зато 5. Давай опять. Нет, да, давай в этом. В какаху. Какаху, в какаху. И... Так, зубы есть? Зубы есть. Вот зубы вижу. Зубы и муху. Отлично. И, ну дай еще-то, дай. Вот, вот, дай, дай. Ой, какаху бью. Дай. Дай мне. Да! Блин, на 3 дамага бьет. Это прям много. Еще 2 монетки. Ага. Так, а что вы сбросились-то? Были жертвы, взяли, сбросились. Ну ладно. Это какие-то другие мухи, вот эти вот. Это, наверное, большие мухи. Возможно, они могут стрелять или что-нибудь наподобие того. Давайте соберем косточку. Нет, давай в сильную муху. У них все-таки 2 хп. Ой, они что-то загрелись. Они загрелись, я понял. Косточки. Нет, слезки. Ну... Вот, в принципе, сколько? 2 хода. Ну вот, зуб есть. Ай, не так сходил, твою же дивизию, не так сходил. Блин. Но они меня сейчас убьют. Они меня сейчас убьют. Да, 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 да. Это все. Вы мертвы. Время 7, ну, 6 минут 49 секунд. 5 монеток. F, двойка с плюсом. Поставили мне оценку. Ну, ладно. Вот такая вот игра. The Legend of Bumbo. От создателей Independent Physic, от Edmund Macmillan. Да, прикольная, понравилась мне. Можно поиграть. Пишите ли, понравилась ли она вам. Только вам судить вообще, что она из себя представляет. И играть мне в нее дальше или нет. Но мне кажется, ее ждали очень долго. И весь Steam просто пестрит этой игрой. Куда и в него не залезть. А на этом все. Спасибо, что смотрели это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте нравится. И счастливо.